Дамы и господа, добрый день. Вот, когда пользуетесь вот такими вот ножами, птичками, пожалуйста, очень прошу вас, пользуйтесь очень аккуратно, потому что во время съемки этого видео, этого ролика, произошла производственная травма. Я очень неаккуратно взял этот нож и поранил себе палец. Видите, какую грушу пришлось сделать. Вот как-то вот так вот я взял, и где-то вот в этом месте было очень. И он буквально доли секунды, и все, почти до кости. Друзья мои, очень аккуратно, пожалуйста, пользуйтесь вот этими очень острыми ножами. Но смысл в чем? Я ж не дописал, хотел дописать. Давайте допишем все-таки. Итак, как вы поняли, это закаленное стекло. Пришло закаленное именно стекло для телефона. Но я заказал именно это закаленное стекло для своего смартфона, который называется iPhone. И, как обычно, пришло у нас вот такие вот две, потому что два стекла. Это что у нас? Какие-то непонятные дополнительные штуки. Еще раз повторю, друзья мои, с ножами вот с этими очень осторожно. Ну и со всеми ножами, которые очень острые, пожалуйста, очень аккуратно. Итак, смотрим дальше, что пришло в комплекте. Пришли два закаленные стеклышка. Стеклышки стекла. Вот, и эти стекла именно для iPhone SE. Вот, там можно было, в этом магазине можно было выбрать непосредственно разные. Как вы знаете, да, магазин предлагает, разные магазины по-разному предлагают свои стекла. Но вот этот предложил несколько различных стекол, вот, закаленных стекол на iPhone. Но, ну, естественно, я выбрал тот, который мне нужен был. Итак, я выбрал вот это. Друзья, я, ну вот, это уже 100% будет спор. Буду открывать спор, потому что я не заказывал такие стекла. Я заказывал совершенно другие стекла. А он мне прислал именно то, которое у меня сейчас есть. Непонятные люди. Вот, вроде китайцы, вроде иногда все делают правильно, все, иногда делают все хорошо и четко. Я не знаю, как с ними общаться в этом плане, но закажу, сделаю спор и отобью свои деньги, потому что я хотел, чтобы было именно другое стекло, потому что указано было именно другое стекло по дизайну. Было, как вы понимаете, iPhone SE у него вот здесь, вот в этом месте. В этом месте у него должно быть отверстие для самой камеры. Вот, но там не просто вот такое отверстие, там, как бы вам объяснить, ну, ладно. Здесь должна быть прорезь, и здесь должно быть не полностью вот такой круг, а тоже какой-то, какая-то типа прорези вот такая вот. Я именно такие две штуки и заказывал, но мне прислали вот непонятно что и непонятно зачем. Ну, понятно, что они мне, конечно, пригодятся, но мне само по себе это стекло не нравится, потому что тактильные ощущения, они не на 100% передают, скажем, как бы это опять же правильно объяснить, когда мы с вами нажимаем на смартфон и пытаемся что-то, какие-то махинации сделать, вот именно в этот момент это стекло не очень хорошо переводит, проводит наши движения. То есть я хочу вот так, а он стоит на месте. Я делаю вот так, а он продолжает движение. То есть вот не полностью качественное стекло. И, конечно, я буду открывать спор из этого стекла. Друзья мои, всем спасибо и всем до свидания. Удачного дня. Аккуратно с ножами. Пока.